повертаючись до першої версії, яку ми обговорюємо, це саме слід Російської Федерації. Пане Антоне, на вашу думку, враховуючи те, що президент зараз знаходиться в Сполучених Штатах, наскільки це якраз от співпало в часі, і, можливо, якраз це є відголоском того, що, можливо, це є дійсно дії сторонньої країни? От, якщо ж він сам президент сказав в своєму повідомленні, так, що... Дело в том, что президент просто использовал эту ситуацию для того, чтобы выкрутить ее в необходимом для пиара своей команды ключе, не более того. Если бы он грамотно поступал, то он бы так не говорил и таких заявлений не делал. Потому что мы уже видели заявление по делу Шеремета, когда он вышел вместе со всеми руководителями правоохранительных органов и поспешно сделал заявление о том, что кто-то преступник, опережая судебное решение. И при этом в деле Шеремета точку так и не поставили до сих пор. А люди эти уже на свободе, и не в СИЗО, и вышли на работу. То есть сейчас происходит то же самое. Я считаю, что никакого тут российского следа и быть и не может, потому что это глупо и вообще непродуманно. И кто такой Шефир, в конце концов? Если он какими-то направлениями, какими-то схемами определенными в своем крыле занимается в офисе президента, то это в целом никаким образом не влияет на картину переговорного процесса с Российской Федерацией, как, допустим, было бы в случае, если бы обстреляли машину Ермака. Я молчу уже про то, что действительно этот обстрел, тот, кто из телезрителей или присутствующих держал в руках автомат при таком количестве выстрелов, ну, это глупо на самом деле. И машина не бронированная была, и можно было тьфу-тьфу-тьфу реально там обстрелять так, чтобы задеть двоих и действительно завершить, скажем так, если это был замах на убийство, как они говорят, да. Тем более, сегодня конкретный тоже пример. В Черкассах ворвались утром в кафе, прямо среди бела дня, и автоматчики расстреляли людей, и погиб известный черкасский бизнесмен. Киллеры скрылись. Это 10 метров от облгосадминистрации и от горсовета. Все. То есть, если хотят довести дело до конца в нашей стране, то поверьте, ни лейтенант Баканов, ни МВД с Монастырским, это уже не Аваков, никого не найдут. То есть, тут возникают действительно вопросы. Либо это просто очередное шоу, либо это разборки какого-то более такого локального характера за какие-то вот дела, которые курирует сам Шефир. И что он делал там в рабочее время, это тоже непонятно. Кварталовскими съемками занимался, как он заявил, да. Вот. И не более того, которые выкручивают, опять же, в пользу Зе-команды. А вот эта вот версия, что они борются с олигархами, и версия, первый же пострадал Шефир, ну это, честно говоря, ну, это натянутая за уши. Антоне, просто. Окремо про це поговоримо, так. Хто з експертів, ваших гостей, політологів, хоч одну ознаку російського сліду назвав, ми обговорюємо цю версію. Ми ж намагаємося почути вас. Я розумію, що про це потрібно говорити. Так. Це в тренді, так? Але жодної ознаки немає, тому давайте відкинемо її на останній план.